Возгорание из-за неисправности или чья-то шалость. На станции «Красный узел» в поселке Рамаданово 11 марта произошел пожар. Сообщение в МЧС поступило в 7 часов 53 минуты. По информации очевидцев, огонь был замечен в кабине локомотива на запасных путях. Участие в тушении приняли боевые расчеты из Рамаданова и бойцы пожарного поезда из Мурома. Площадь возгорания составила 35 квадратных метров. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа Рузаевского линейного отдела МВД России на транспорте. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. За комментариями о пожаре мы обратились в пресс-службу Горьковской железной дороги, но там только подтвердили факт возгорания и отметили отсутствие пострадавших. Из собственных источников нам удалось выяснить, что локомотив тянул пассажирский состав, а затем отбыл на стоянку. По одной из версий, утром тепловоз решили прогреть, по другой сразу заметили возгорание. Теперь искать ответ на вопрос о случайном или умышленном происхождении огня будут дознаватели ЛОВД. ЧП, как отметили во всех пресс-службах, получивших от нас официальные запросы, на движение поездов не повлияло. Анастасия Симушева, программа «Происшествия».